Mazda отзывает в России больше 9000 кроссоверов CX-5 первого поколения. Под отзыв попадают только рестайлинговые машины, проданные с марта 2015 по сентябрь 2016 года. У этих машин вероятен массовый дефект, мерцание или полный отказ дневных ходовых огней. Соответственно, другие участники движения могут не заметить такой автомобиль, что повышает риск возникновения ДТП. На отзываемых машинах проверят работу светодиодов, сверят дату производства оптики, а также серийные номера. В зависимости от полученных данных фары отремонтируют или заменят на новые. Пикап Fiat Strada первой генерации продержался на конвейере больше 20 лет. И вот долгожданная смена поколений. У новинки несущий кузов, передний привод, а шасси и большая часть агрегата взяты от хэтчбека Argo и седана Kronos. Прежняя машина была строго двухдверной. Теперь ситуация изменилась. У двухместного пикапа дверей по-прежнему две, а у пятиместного — четыре. Моторы только бензиновые, притом малокубатурные. Кроме пятиступенчатой механики, другие коробки передач не предлагаются. Учитывая, что модель будет ездить по дорогам самого разного качества, приятным бонусом станет электронная имитация межколесной блокировки дифференциала. Кстати, клиренс новой Strada почти 21 сантиметр, а периметр кузова защищен практичными накладками из некрашенного пластика. Переднюю пружинную подвеску типа MacPherson пикап взял от легковых фиатов, а вот сзади здесь стоит мощная неразрезная балка на рессорах. В Бразилии, где будет представлено новое поколение, продажи должны были стартовать этой весной, но по известным причинам поставки автомобилей будут отложены. У 800 спорткаров Audi TT, проданных с 2015 по 2019 год, обнаружился опасный конструктивный просчет. В случае аварии машина может получить повреждение топливного бака, из-за чего он потеряет герметичность. В итоге немецкая марка приняла решение поставить дополнительную защиту под днищем, которая убережет бак от повреждений.